Зоопатруль – уникальный проект телеканала «Самара ГИС» и ветеринарного центра «Флагман Вет». Первым этапом было принято решение прооперировать лапы и поставить туда спицы. Съемочная группа вместе с зоозащитниками выезжает туда, где бездомным животным требуется помощь. Стало очень жалко, поэтому стала думать, что делать, как спасти. Иначе бы, мне кажется, она бы умерла здесь. Мы расскажем о том, какие переломы получают животные на улицах и как им помогают. Также в группу риска входят открытые переломы, потому что, как правило, у бездомных собак они сразу же инфицируются. Следующий выпуск 26 марта в 19:30.